будет бой в Москве. И за 30 дней уже, наверное, провожу такие кардио-тренировки, отработки в основном под соперника. Соперник у меня Такеи Мицугаки, он достаточно серьезный соперник. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner. Боец в синем углу. Ему 33 года, рост 170 сантиметров, вес 61,5 килограмм. He 33 years old. He stands 170 centimeters tall. Official weight 61.5 kilos. Профессиональный рекорд состоит из 32 боев, 21 победы, 11 поражений. His professional record consisting of 32 bouts, 21 victories against 11 defeats. His style is MMA. Fighting out of pure Japan, please welcome Takeya Mizukaki! Его соперник в красном углу. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner. Бойцу 24 года. Рост 165 сантиметров, вес 61,5 килограмм. He's 24 years old. He stands 165 centimeters tall. He's weighing at 61.5 kilos. Его профессиональный рекорд не знает поражений. 9 боев, 9 побед. He's undefeated. Professional record 9 bouts, 9 victories. His style is MMA. Representing Махачкала, Дагестан, Россия. The undefeated Rustam Kerzhimov! And your referee in charge, Herb Dean. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're gonna keep it clean. Touch gloves and let's do it. Итак, начинается очередной поединок, уже шестой. Такея Мицугаки против Рустама Керимова. Весовая категория до 61 килограмма. Херб Дин приступает к своим обязанностям в клетке. Я хотел бы немножечко продолжить по поводу той оппозиции, с которой встречался Такея. Дрался он также с Юраем Фабером в организации WEC. То есть мега опытный боец. Да, Юрай Фейбер не только уже закончил карьеру, но и был введен немногим. В общем, давно немногие могут этим достижением похвастаться. Как говорится, не один мускул, не пропнул.
Кузьмов ищет варианты для входа на ближнюю дистанцию. Японец явно совершенно рад обстоятельствам. Никуда не торопится. Какой сейчас видел кик и навстречу сразу, вернее, пол кик и сразу же навстречу бросился Керимов, но ожидал этой атаки Мицугаки. На 8 лет старше такие Мицугаки. Рустама Керимова, 33 года против 25 лет. Мощнейший видел кик выбросил. Керимов напоролся на этот прикол, буквально Мицугаки. Мастерский Керимов сразу же догнал соперника. Удар через руку сейчас на ближней дистанции. Шарная яростная атака Керимова. Подвигайся, не раунд выигрывай, спокойно подвигайся. Подсказывают сейчас Александр Рустаму, что раунд он выигрывает, действительно, такое действие, что можно спокойно теперь подвигаться, не обязательно форсировать события. Продолжают вести времени этого раунда. Секунда для Рустама Керимова. Осталось уже меньше половины первого отрезка боя. Японец взял Рустам небольшую паузу. Постоянно меняет стойки. Японец преследует российского спортсмена. Да, он просто растерзал его, просто смял. Посмотрите, уважаемые телезрители, я давно такого не видел, если честно. Причем японец несколько раз из каких-то невероятных ситуаций выбирался и продолжал сопротивляться. Приводят сейчас в чувство Такео Мицугаки. Ну и так одобрительно он жестов показал. Все, супер. Ой, крупный Рустаму Керимову поблагодарил за эту великолепную работу. Ну что ж, достойное поведение. Дамы и господа, рефери Херб Дин остановил поединок через 3 минуты и 19 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, your referee in charge, Херб Дин, stopped this contest in 3 minutes and 19 seconds of round number 1. Техническим нокаутом одержал победу и остается не знающим поражений. Your winner by technical knockout and still undefeated, Рустам Керимов! Поздравляем Рустама Керимова. Это невероятная, выдающаяся победа. Опытнейший соперник и не может сдержать Рустам эмоций. И слово победителю. Добрый вечер, Москва. Я не ожидал, что у меня будет такая поддержка здесь. Спасибо вам большое. Марбе Хасим. Спасибо, что вы мне доверили выступать в вашей лиге. Я вам благодарен искренне. И это мужские слова без лести. Я стал недавно частью команды первой строительной компании холдинга.
Эти люди помогают бедным и сиротам, так как я сам вырос без отца. Просто хотел бы поблагодарить их за то, что они делают для бедных людей. Еще хотел бы поблагодарить Магомеда Кадиева, директора клуба «Крепость», Дагестан Файтер весь клуб, Магомедова Идриса за то, что он сделал для меня. И для моего старшего брата, тренера Мансура Учакаева, я его люблю. Спасибо большое. Всем спасибо. Рустам Керимов. Рустам, поздравляю тебя с победой. Спасибо. На самом деле, не такой простой был соперник, как могло показаться. А чем он тебя удивил? Честно сказать, он удивил меня тем, что он начал сразу вставать с партера. Как я только валил, сразу вставал, я не мог его удержать. Очень технично и профессионально он это делал. Но так получилось, что я во время боя, по ходу боя попал 1-2 раза и почувствовал, что он немножко как бы уходит в себя, скажем так. И начал как бы афишировать игру. Сам немножко пропустил печень, он мне хорошенько попал один момент, как я начал застаиваться. А так, в общем, я очень сильно и тяжело готовился, и поэтому, наверное, я поэтому и выиграл. И я хочу вот сказать, я не успел это сказать в ринге, я эту победу посвящаю всем тем, кто не верил в меня, верил в UFC, то, что он боец UFC, там бывший топовый боец UFC. Я хочу сказать, что есть молодое поколение, и пусть будет ACB, а не UFC. Ну, мне кажется, организация этим соперником тебя хотела немного проверить. Ты прошел эту проверку, и что дальше, как ты думаешь? Дальше не то, что я вообще, знаете, я на самом деле без лести это говорю, то, что я благодарен лиге. Как они посчитают правильным, так и пусть будет правильным. Я готов драться, немного возьму тайм-аут, отдых со своей семьей, родными, а там дальше больше видно будет.